Nibhritta-tar-shair-pagiyamana Bhava-ushadacchatra-mano-virama Ka-uttama-sloka-gunana-bada Pumana-virajjeta-vinapa-sugna Nibhritta-tar-shair-pagiyamana Bhava-ushadacchatra-mano-virama Ka-uttama-sloka-gunana-bada Пумана-вираджета-винапа-сугнат. Гаурья Гоштипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Джагадгуру, сказал, что Шри Кришна Санкиртана, если мы не будем совершать Шри Кришна Санкиртану, наш Матхуравас, Саду Санга и так далее будут бесполезны. Если я не буду совершать Шри Кришна Санкиртану, Нама Санкиртану, Матхуравас, Саду Санга, если я буду даже слушать Харикатху, все это будет бесполезным, оно не будет полным. Любая анга, часть баджана, неполноценна без Харинамы Санкиртаны, без Кришна Киртана. Если я могу совершать лишь Шри Кришна Санкиртану, в таком случае результаты Мадхуравас, Саду Санги, поклонение божествам, Бхагавата Шраван, я обрету все результаты этого. Но встает вопрос. Намабхаджан полноценен. Но проблема в том, что мы не можем совершать постоянно Харинама Санкиртану. Постепенно мы будем чувствовать, что в Нама Санкиртане присутствует все. Благодаря ему мы будем испытывать, получим все осознания. Не должно быть никаких сомнений в этом, потому что мы все сможем обрести через Нама Санкиртану. Я начал со шлоки из Шримад Бхагаватам Махапураны. В первой главе 10-й песни сказано: те, кто хотят освободиться от пристрастия к материальным наслаждениям, те, кто хотят выйти из-под контроля майи, для них существует самое главное лекарство для них. То есть те, кто являются высочайшими махаджанами, махапурушами, великими саду. Те, кто не обусловлены и не скованы никакими желаниями материального характера, они дают нам совет, указывают на это лекарство, что самое могущественное лекарство от материальной болезни — это слушать прекрасные повествования о играх Кришны. И мы получим полное удовлетворение благодаря этому. Наш ум будет умиротворен. В Кришна-лиле мы все сможем обрести. Все различные расы. Возможно обрести. То есть с Кришной можно осуществлять взаимообмен различными расами. И те, кто не готовы слушать Харикатху, подобные самоубийцам. Самоубийцы. Только глупцы избегают Кришна-катху, не слушают Кришна-катху. Мы обсуждали Апракрита Раса Лилу. По-настоящему мы не можем понять ее. Потому что для этого необходимо достичь высочайшего уровня, следуя пути, по который нам указывает наша Гуру Варга. Брахма и Шанкара молятся лотосным стопам Верховного Господа. Ты источник всего. Вчера я рассказывал о значении слова «рамана». Раман означает любовный взаимообмен между героем и героиней, полное удовольствие. Но я приводил также примеры, с помощью которых мы можем осознать, что это слово, не может интерпретироваться с материальной точки зрения. Любое действие, то есть необходимо понимать полную картину, то есть кто что делает, когда делает, нужно иметь полное видение происходящего. Итак, поэтому первое слово в начале Шримад Бхагаватам Шукадев Госвами использует слово «опи» по отношению к Бхагавану. Бесконечные миры исходят из Верховного Господа. И он хочет совершать игры. Бхагаван, из которого исходят бесконечные браманды, в котором пребывают все браманды, и которые разрушаются по его желанию. Этот Бхагаван хочет совершать игры, и, само собой, это особенные игры, они необычные игры. Таким образом, мы не должны думать, что это какие-то грязные вещи. Мы должны должным образом понимать их. Бхагаван полон айшвари, как вы уже знаете. И он не может совершать раман, как обычные дживы. They are collecting from this material world. Any knowledge they are gathering. Любое знание собрано из материального мира. Going to collect anything from this material world, but Bhagavan Satasiddhyan automatically the whole full knowledge everything. Бхагаван преисполнен знания. Когда все творение разрушается и ничего не остается, тот, кто контролирует бесконечные миры, разве он не может контролировать самого себя? Разве такое возможно? Если он может контролировать бесконечные миры, как же он не может контролировать свой ум, органы чувств? Такого не может быть. Все возможно для Верховного Господа. В Гите сказано: в соответствии с моим убеждением, то есть Бхагаван может создать все, что угодно. Весь мир создан Верховным Господом. Все, что бы он ни захотел, он может создать. И бесконечные брахманды пребывают в Верховном Господе. Ему не нужны материальные любовные игры, любовные развлечения Рамана. Изначально Бхагаван является Атмарамой. И те, кто достигли этого уровня, те, кто зовутся Атмарами в этом мире, исходят из него. То есть Атмарама — это тот, кому не нужно ничего из внешнего мира. И таким образом мы можем заключить, что материальное Рамана, Господь не может совершать эти материальные игры. Как мы видим на Брама Вимохани Лиле, что целый год он сам с собой совершал эту игру, превратившись в мальчиков-пастушков. И Брахма, в конце концов, смог осознать, что происходит. Если бы Бхагаван захотел, он бы создал миллиарды прекрасных женщин. Он смог создать множество мальчиков-пастушков и множество телят, и совершал игры с ними. Так почему же для него невозможно создать миллиарды прекрасных женщин? Он мог бы играть с ними, развлекаться с ними. Что может помешать ему? Но он не делает этого. Есть этому причина. Если обусловленные души обретают милость Рупануга преданных, они, в конце концов, приходят на Голока Вриндавану. Для любой дживы это удача высочайшего порядка обрести участие, наверное, в этих играх. Но это недоступно для каждой дживы, это зависит от сварупы. Потому что для кого-то не присуща мадхура раса. Потому что они находятся в ачале расе. Поэтому это недоступно для каждой дживы. Тем не менее, есть возможность для тех, кто склонны к этому. Кришна хочет дать нам эту возможность, но с нашего уровня легко его недопонять. Чайтанья Махапрабху пришел сюда, чтобы установить унатаунджала расу любой ценой. Если бы это было чем-то дешевым, Махапрабху не стал бы распространять ее. Однажды Махапрабху помчался обнять человека, который пел Гита Говинду, Джай Говинды Прабху. Он как ветер помчался, а Говинда бежал за ним. Говинда кричал: «Прабху, это женщина, на самом деле эта женщина поет». Затем Прабху опомнился, он остановился, замер как камень, не мог пошевелить, не мог пошевелиться. И сказал: «Сегодня ты спас меня. Я саньяси, если бы я дотронулся до женщины, моя саньяс-врата была бы, все бы было кончено со мной». Таким образом, мы должны понять, если Бхагаван настолько осторожен в следовании саньяси, таким образом, устанавливая стандарты поведения саньяси, в Майпуре, Навадип-Дхаме множество женщин приходило, то есть множество женщин приходило получить даршан Махапрабху, но говорится, что они никогда не приближались к нему близко. Они все время были в стороне. Махапрабху очень любил всех этих матаджи. Но для того, чтобы установить значимость саньяса-враты, строгость следования, некоторые сахаджи неправильно трактуют поведение Махапрабху. Они говорят, что Махапрабху даровал Крипу милость Нараяне, давал остатки своей пищи ей. Но о чем вы говорите? Их мышление настолько грязно, что они хотят доказать, что у Махапрабху была какая-то привязанность к женщинам. Тем не менее, они хотят доказать, что они являются гаудиями, последователями Гауранги Махапрабху. Даже если мы будем пытаться понять Кришна Лилу, мы не сможем. Когда Махапрабху являет подобное, мы сомневаемся в его деяниях. Чистые гуру и вайшнавы, или Верховный Господь, нет, то есть дживы не смогут выискать, то есть они не дают никакой возможности дживам увидеть в них какие-то проблемы, какие-то ошибки, но тем не менее обусловленные дживы постоянно находят возможность для этого. Даже несмотря на то, что гуру и вайшнава не дают нам никакой возможности неправильно их понять, Тем не менее, дживы делают это. И таким образом, поэтому вайшнавы ведут себя одинаково и перед, на публике, перед нами, и у себя, когда они наедине с собой в баджан-кутире. Поэтому они очень могущественные. Это не какая-то сухая философия. Это вопрос энергии, силы, могущества. Они передают нам это могущество через Харикатху и Киртан. Всех нас они обнимают с помощью Харикатхи и Киртаны. Что значит материальные физические объятия? Это не имеет никакого значения, но они обнимают нас, то есть проливают на нас свою любовь с помощью Киртана, Харикатхи. И ведут они себя одинаково, что на публике, что наедине с собой. Махапрабху говорит, если бы я прикоснулся к этой женщине, с моей саньясой было бы покончено. Говинда, пожалуйста, всегда будь внимательным, чтобы защищать меня, спасать меня. Потому что порой я не могу себя контролировать. Итак, Парампара Акилеша, Шри Бхагаван, высочайший учитель, устанавливает перед нами высочайшие стандарты. Он говорит, то есть это говорит Махапрабху, который сам Верховный Господь. Таким образом, мы должны понять, что он не под влиянием материальной камы. Бхагаван может создать тысячи гопи, прекрасных женщин, и играть с ними, но он не делает этого. Он зовет их с помощью своей флейты для того, чтобы осуществлять свои игры. Все они мчатся на этот зов. И каждая гопи думает, что она одна приходит. Они не знают, что тут еще помимо нее множество других гопи. Они из-за сильнейшего влечения мчатся на зов флейты. Их когда они слышат, когда их уши слышат вамшидхани, флейту Кришны, как я уже объяснял, не каждый может слышать мелодию флейты Кришны. Во Врадже множество людей, но никто, кроме гопи, не может слышать этот звук. Только те, кто любят Кришну, те обладают такой способностью слышать. И Кришна играет на своей флейте для того, чтобы увеличить их каму. Он бросает в них свои апракрита стрелы. Флейта Кришны похищает сердца гопи. И они, оставляя все, мчатся на этот зов. Кришна бросает стрелы. Камы в гопи. Кама Гайтри, это называется Пушпаван. Камбан, Пушпаван. Кришна — это трансцендентная стрела Камы. С помощью вамши Дхани, флейты, Кришна запускает их в гопи. Как прежде, мы знаем, различные сигналы существуют, ну, то есть различные звуки, которые могут достигать определенной цели. То есть в материальном мире нам сложно это понять. И астронавты проводят точные исследования. Они какие-то точные подсчеты они производят. If this kind of calculation, this kind of target is possible for science, why you we're going to express doubt about? То есть, если в науке можно воспроизвести очень точные подсчеты, то почему для Кришны это не может быть возможно? То, что флейта достигает лишь особых гопи. Гопи становятся взволнованы из-за апракрита-камы. Апракрита-камы, то есть трансцендентные камы. Стрелы пронзают их сердца. И, забыв обо всем, они мчатся на звук флейты. Они бегут на звук. Но одна гопи, она испытывает глубочайшее влечение, и она очень взволнована. Она думает, то есть никто из них не думает, что нужно других позвать. Без всякого страха они в одиночку бегут, несмотря на то, что в лесу может быть много опасных зверей, змей. Они ни о чем не переживают, потому что они переполнены Кришна-премой. Пример один этому. Вспомните про Мирабай. Мы сейчас не будем говорить о ней, потому что она не следует Радхаране. Тем не менее, один пример. Она обрела даршан Кришны. То есть она вошла в Двара Калилу. Она всю жизнь пела эту песню о Гиридхаре. Тем не менее, она не достигла Гирирадж Дхаран. Говинду она, Шьямасундару, не достигла. Она вошла в Двара Калилу. Итак, она, о чем я хочу сказать, что она Раджарани, прекрасная царица, прекрасная принцесса. Когда она сбежала из дома, она не думала о том, что кто же защитит меня, я прекрасная девушка, царица, принцесса. Может быть, я могу столкнуться с большими проблемами. Она не думала, что ей нужна охрана, она просто побежала по лесу, через леса, и воспевая имена Кришны. То же самое Махапрабху являет в своей игре, когда он пересекал лес Джариканда. Он не боялся хищных животных, тигров. Он не думал, что нужно запастись огнем, чтобы отпугивать животных злых. Также Санатна Госвами через дикий лес он пробирался. Потому что если я испытываю влечение к Верховному Господу, если кто-то захочет меня убить, вся ответственность ложится на Верховного Господа. Он ответственен за то, чтобы защитить меня. Тот, кто полностью предался, ответственность за таких преданных лежит на плечах Господа. Поэтому им незачем беспокоиться о себе. Поэтому они могут бежать через темный лес, через джунгли. Как я уже говорила, Джаганандас Бабаджи Махарадж пришел с Вриндавана, Сурья Кунды, где я прежде совершал баджан. Джаганандас Бабаджи Махарадж шел по лесу, наверное. Внешне он уже был в возрасте, когда не мог двигаться. Бихари, его севак, нес его на корзине, в корзине на голове. Бихари говорил: «Как же вы будете, как же мы пойдем в таком возрасте?» И тот сказал: «Да ты понесешь меня в корзине на голове, но это слишком долгий путь, как я смогу?» Ты сможешь, если ты попробуешь, у тебя будет ощущение, что ты цветочек на голове несешь. Итак, он сел в корзину, тот понес его, и правда, кажется, как будто перышко. И иногда Бихари отступал, возвращаясь назад. А Бабаджи Махарадж говорит: «Ты куда? Ты почему назад идешь? Вот там тигр спит там». «Да это не тигр, это спутник Гауранги Махапрабху, не бойся его». «О, правда? Вот это Сида Махантма». Таким образом, с помощью всех этих историй вы должны взрастить свою веру в Верховного Господа. Бихари верил Бабаджи Махараджу. Он следовал его наставлениям, он шел без страха вперед, не боясь ни тигров, ни львов, и никто не напал на них. Однажды во Вриндаване Бихари также нес Бабаджи Махараджа, и зашли они в какое-то место, там был почти лес. И тот сказал ему: «Бабаджи, тут ничего нет, ни просада нам тут не устроить, ничего, только лес». А тот сказал: «Садись и играй в караталы, пой Хари Кришна, и ты увидишь волшебство». Но тут же лес, кто может принести нам просад, откуда он тут возьмется? Просто совершай киртан, и все придет. Однажды, также в моей жизни это произошло, однажды я потерялся во Вриндаванском лесу, уже стемнело, я не понимал, куда идти, повсюду. То есть, в конце концов, я начал воспевать, я воспевал Хари Кришна, и в конце концов, наверное, я вышел. Дошел, в конце концов, до места назначения с помощью Хари Кришна Махамантра, с помощью молитвы, с помощью милости Верховного Господа возможно все. И что я хочу сказать, Камаван, то есть Мирабай пересекла все леса, ничего не боясь. Ей подложили ядовитую змею в корзину с фруктами, но Каким-то образом змея превратилась в Гирираджа, брат царя Рана. Послал корзину с фруктами ей, но внутри была змея. Когда она открыла корзину, змея зашипела на нее. Но Мирабай закрыла глаза и подумала о Гирирадже. И тогда змея превратилась, наверное, в Гирираджа. То же самое произошло с Прохлад Махараджем. Все возможно для Верховного Господа. Сердца гопи пронзили стрелы. Они почти умирают от апракрита камы. Когда они бегут, их сережки трясутся, то есть покачиваются. Суть в том, что то, что они видят, невероятно прекрасно. Кришна похищает все, что принадлежит гопи, потому что он вор номер один. Гопи бегут к Кришне, потому что он похитил их сердца. Когда Кришна говорит им, возвращайтесь, как я уже объясняла, это... Они отвечают, мы не можем. Даже если мы вернемся, что мы сможем там делать, что мы будем там делать? Если мы вернемся во Врадж, что нам там делать? Наш ум уже похищен тобой. Мы просто бесполезны. Теперь мы бесполезны. Ум наш похищен. Итак, они бегут навстречу с Кришной на берег Ямуны. То, что они видят, настолько прекрасно. Сердца их похищены, но вопрос встает, кто? То есть, как они найдут, где же Кришна? Они следуют в флейте Кришны. То есть, богатый человек всегда прячет свои сокровища под замки, так, чтобы никто не знал, где лежат сокровища. Охрана присматривает за сокровищами, за богатствами. Но сердца гопи похищены. Их сережки подобны охранникам. Они издают звуки, как будто бы предупреждая, что воры приближаются. В таком настроении они бегут к Кришне. Таким образом, Бхагаван без какого бы то ни было неудовлетворения, требования, самоудовлетворения, Бхагаван Опи совершает свои игры с тысячами сотнями гопи. Он не создает их из своего собственного тела. С помощью этой раса-лилы Бхагаван создает все способности, чтобы совершать эту игру. Если вам нужно выполнить какую-то работу, вы в соответствии с ней и применяете необходимую энергию. Допустим, нужно что-то сделать, и определенную энергию вы к этому прикладываете, ту, которая необходима. Но не нужно всю вашу силу вкладывать туда. Например, маленький ребенок хочет что-то взять. Сколько ему нужна для этого энергия? Не вся его энергия, чуть-чуть. Но когда Бхагаван совершает эту уникальную лилу, у Бхагавана есть Махашакти. Он выражает различные то есть в это Мадхура лилу он вкладывает всю свою энергию, наверное. Вы можете вспомнить о Дамбанда лиле. Мы не можем ее объяснить. Она необъяснима за пределами наших возможностей. Ешодама пытается из-за своей привязанности связать Кришну, но она не может. Она уже пытается это сделать с помощью огромного количества веревок. Тем не менее, у нее ничего не получается. Сколько бы веревок она ни добавляла, пытаясь связать Кришну, ничего не выходило. Такова эта прекрасная лила. В Дамодар лиле также, то есть Ешодама, она не смогла связать до определенного момента. И если даже показав, Кришна показал маме, что внутри него, открыв рот, что внутри него бесконечные браманды. Тем не менее, она думала, что, наверное, он заболел из-за того, что в него вселились какие-то духи. Потому что если бы Айшварья Бхава каким-то образом взросла в маме Ешоде, не было бы той любви, которую она испытывала. Невозможно было бы испытывать эту Мадхурия Бхаву. Когда она начала кормить Кришну, взяв его на колени, она забыла обо всем, что она недавно видела в его рту бесконечные браманды. Она просто думала, что, наверное, какие-то духи вселились в него, и необходимо обратиться к браману, чтобы тот провел очистительные обряды. Таким образом, Айшварья не может находиться во Вриндаване. Нет. Брахма был поражен, увидев Айшварью Кришны во Вриндаване. Тем не менее, она существует во Вриндаване, наверное, в какой-то форме. То есть дело в том, что Айшварья покрыта Мадхурией во Вриндаване. Махапрабху говорит, что повсюду во Вриндаване столько Айшварии, что не найти, не сыскать такое даже на Вайкунтхе. Но вся суть в том, что эта Айшвария покрыта Мадхурией. И Мадхурия преобладает там. Мы хотим принести полное удовлетворение и счастье Шри Кришне. Когда Ешода мама поймала маленького Дамодару, Гопала, она пыталась изо всех сил связать его. Тем не менее, ничего не выходило. Она пыталась, она думала, это же маленький мальчик, почему мне ничего не выходит? Но она забыла, что ее Гопал — это Ананта Браманданадх, Верховный Господь. И таким образом в Бхагаватам мы можем найти следующую шлоку. О, Ешодама, у твоего сына нет ни начала, ни конца. Что вы имеете в виду? Он Хари Ананта, Хари Рупа Ананта. Ты не помнишь об этом, поэтому у тебя ничего не выходит. То есть ты пытаешься с помощью своей силы связать его, поэтому у тебя ничего не выходит. Когда желание Кришны и преданных совпадают, тогда это венчается успехом. Из-за своей привязанности Ешодама пыталась связать его. То есть это было выражение, то есть это было служение. Даже когда она дает ему подзатыльник, это тоже служение. Когда Браджаваси поклоняется Гирираджу Говардхану, прежде чем это произошло, мы знаем, что они хотели поклоняться, Нанда-баба хотел поклоняться Индре. Но Кришна и Баларам хотели прекратить поклонение такого порядка, поклонение Индре. Вы можете вспомнить, то есть у вас может возникнуть вопрос, почему они поклоняются Индре, полубогам? Почему Браджаваси поклоняются полубогам? Но если мы вспомним о их настроении, мы поймем, что даже поклонение Индре — это бхакти с их стороны. Любое действие, которое предпринимает Браджаваси, уникальное бхакти. Потому что они делают все в соответствии с желанием Кришны. Они поклоняются Индре-Махараджу. Но почему? Потому что коренная причина, то есть это также бхакти. Почему? Потому что коренная причина этого. Иногда Кришна массирует стопы Баладаоджи Махараджа. То есть это служение. Почему Балададжи Махарадж позволяет массировать Кришне свои стопы? Потому что Кришна испытывает удовлетворение и счастье от этого. То есть во Вриндаване уникальная бхава повсюду. Но нам сложно это понять. И когда Кришна и Баларам задают вопрос, почему вы поклоняетесь Индре, для чего? Что вы обретете от этого поклонения? Нанда-Махарадж и другие отвечают: «Сын мой, я поклоняюсь Индре, потому что Индра дает нам дожди. Для того, чтобы росли зерна бобовые. И в таком случае коровы также получат зеленую свежую траву. И ты сможешь пасти коров в лесах. Им будет что есть». А на Говардхане водопады, то есть будут полны воды, озера и водопады. Но в наше время мы не можем ничего увидеть, никаких водопадов во Вриндаване, потому что мы демоны, мы видим только камни и колючки. Но в Вену-гите, в Шримад Бхагаватам даются прекрасные описания Говардхана. Таким образом, во Вриндаване возможно все. Кришна и Баларам советуют Нанда-бабе, что лучше поклоняйтесь Гирираджа, потому что он может призвать дождь, призвать тучи, так что пойдет дождь. И не нужно следовать пути кармы. Кто такой Индра, чтобы лишить вас дождя, потому что Верховный Господь контролирует все. Кто такой Индра в сравнении с Верховным Господом? Лучше поклоняться Гирираджу. Но суть в том, что они поклонялись Индре Махараджу. Причина этого — их любовь к Кришне и Гомате. Для того, чтобы у них была пища, они поклонялись Индре. Если все это будет, если будет достаточно зерна бобовых, достаточно травы, мы сможем должным образом служить Гомате, служить Кришне. Гомата будет давать молоко, и Кришна будет пить молоко. То есть, даже несмотря на то, что они поклонялись Индре, в этом нет ничего плохого, потому что целью их было лучшее служение Шри Кришне. Ешода, мама, пыталась связать Гопала, чтобы тот больше не проказничал. Но у нее ничего не выходило. Увидев, что мама устала, что она плачет, по своей беспричинной милости Гопал позволил маме связать его. Она не могла сделать это силой. В Упанишадах сказано, если какой-то тонкий объект, в Бхагавад Гите также об этом говорится. Любой тонкий объект или что-то, что мы не можем измерить, такие как Солнце, какие-то планеты. На небе полно звезд, планет. И, возможно, многие из них значительно крупнее Солнца. Но мы не можем представить даже размер Солнца, и мы не можем представить, как они там вообще держатся, как они не падают, откуда там столько места, что все может поместиться на небе. Не может быть такого, что Бхагаван может что-то, а что-то не может. Это неправильное понимание Верховного Господа. Бхагаван может сделать это, Бхагаван может сделать то. То есть не может быть такого, что что-то Бхагаван может сделать, а что-то нет. Это неправильное представление о Верховном Господе. Ешода не смогла связать Кришну, потому что она хотела сделать это с помощью своей силы. Но Гопал был настолько милостив, что он захотел быть связанным, поэтому она смогла, в конце концов. Посмотрите на любовные взаимоотношения. Если вы скуете ноги Кришны цепью из своей любви, Кришна всегда будет пребывать в вашем сердце. Хотя вы сейчас не можете в это поверить, но в действительности это стопроцентная правда, это возможно. Кришна ждет этого. Ждет от этого от вас. Ешода, мама Ешода, полна ватсалия расы. Ешодама, она не знает даже, что не помнит о том, что Кришна не имеет ни начала, ни конца. Вы не можете Кришна изначально причина всего. Вы не найдете ничего, что можно сравнить с Кришной. Он несравним. Пурва парам баишчантар джагату джагатчайо. All infinity world. Outside Krishna, inside Krishna, everywhere Krishna. Кришна повсюду. Снаружи, внутри. Атмаджам абдактам Мама Ешода собирается лечить Кришну как обычного мальчика. Имеется в виду, она хочет воспитывать его как обычного мальчика и с помощью веревки связывает его, пытается связать. И прежде, в те времена, и даже сейчас можно найти какое-то деревянное приспособление. Удукхал называется. И она, то есть это что-то наподобие тяжелого бревна, и она пытается сейчас привязать Кришну к этому сооружению. И Кришна не может, очень беспокоен, он не может усидеть на месте. Поэтому Ешода, мама Ешода пытается связать его. Мама Ешода забыла, что Гопал Адокша Дживасту не имеет ни начала, ни конца. Она думает, он мой маленький мальчик. Так она питает свою ватсалью расу. Как обычная мама ведет себя со своим ребенком, точно так же она наказывает своего Кришну. Поэтому прежде чем делать какие-то грязные заявления, то есть прежде чем кто-то будет делать какие-то грязные заявления, Шукадев Госвами дает им лекарство от этого, используя слово опи, указывая на величие Господа. Множество материалистов, материальных поэтов, писателей думают, что Кришна — обычный материальный человек, что якобы он величайший политик, величайший любовник. С разных точек зрения люди выдвигают разные гипотезы ложного порядка о Кришне. Шукадев говорит Парикшиту Махараджа о Кришне. Почему же тогда он называет его не именем Кришны? Внезапно он называет его иначе. Кришна Опи, Бхагаван Опи, Бхагаван Опи. Поэтому определенно Шукадев Госвами дает нам понять, что это не повод для критики. Деяние Господа не повод для критики. Но здесь речь идет о Кришне. Почему он называет его Вишну? Почему? Для того, чтобы мы поняли, что он сам Ананта Брахманданатх, Вишну. Вишну повсюду. И для того, чтобы осветить этот момент, он называет Кришну Вишну. То есть речь идет о Кришне, но тем не менее он использует слово Вишну для того, чтобы мы, у нас не было возможности неправильно понять Кришну. Когда Бхагаван хочет совершать Расалилу, Йогамая, то есть вся его айшвария, наверное, уходит. Когда Кришна зовет гопи, никто, кроме них, не может слышать звук флейты. То есть только гопи могут слышать зов Кришны. Они бегут, сломя голову, чтобы встретиться с Кришной на берег Ямуны, для того, чтобы начать эту уникальную раса-лилу, которая непостижима для обычных умов. Почему Бхагаван совершает эту прекрасную лилу? Потому что он Бхактаватсалия. Он под контролем своих преданных. Ешода, мама Ешода может его связать, побить, дать ему подзатыльник. Поэтому он совершает раса-лилу. В действительности у него нет потребности ни в чем. Нет никакой неудовлетворенности, нет, то есть раса лила не для того, чтобы обрести что-то, чего нет у Господа. Когда сотни гопи собираются в одном месте, Радхарани также присутствует там. Она находится в центре танца расы. Сотни гопи. И Кришна распространяет себя в сотни форм, так что каждая гопи может в соответствии со своим сердечным зовом служить Кришне лично. Итак, сейчас все собрались, и Кришна готовится начать этот танец. Не только гопи, также полубоги, ганхарвы. Все вместе со своими супругами пришли, чтобы посмотреть на танец расы. Шастри. Все они, полубоги и так далее, пришли для того, чтобы способствовать развитию раса-лилы. На самом деле она полноценна, тем не менее они хотят совершать какое-то служение, они играют на музыкальных инструментах, поют, все это сказано в священных писаниях. Кришна Киртан Такур говорит об этом. Это уникальная, играет уникальная музыка, и танец этот уникален, непостижим. Ганхары, полубоги с райских планет. Все они пришли, чтобы увидеть этот уникальный танец, который никогда прежде никто не видел. Все они пришли для того, чтобы наблюдать эту уникальную прему. Бхагаван собирается явить что-то необыкновенное, что никто прежде не видывал, не видел. Обычные люди не могут медитировать на Расалилам. Поэтому я начал сегодня с этой шлоки, что вы достигнете... То есть необходимо через Харинам. То есть Харинам может дать все. С помощью Харинама можно постичь Господа. Величие Бхагавана, которое пребывает во Вриндаване, покрыто Мадхурией. This kind of playing Raman was shown in three world Trailokya Lakshika Padam Vapur Dadat. This kind of condition impossible. Подобное состояние. Mahamarkato yatha. It is written, Madhe maninam haimanam Mahamarkato yatha. Gopi mandal there, there is mandal, all round and round in different round circle. And Bhagavan... Арена танца расы кругообразна, то есть это мандала. Так что каждая гопи может наблюдать Кришну, танцевать с Кришной. Все Сварупа Шакти пребывают там. Javatiir Gopayashitaha. Krishna going to take the form. Krishna going to expand himself. Распространяет себя. So many gopikas there, and each gopika 5. I mean, бесконечное количество Кришн. То есть так, что каждая гопия может танцевать с ним лично. Можете себе представить сотни крор гопи. На Расастхали вы можете обнаружить большое дерево там. В Бхагаватам описано, и Махапрабху также говорит про Манам Амалам. Сотни крор гопи совершает танец расы вместе с Кришной. Но если вы на Расастхали во Вриндаване увидите, то есть это место, оно очень маленькое, потому что вы пытаетесь постичь это с помощью своего материального ума. Поэтому это не увенчается успехом. То есть вы не можете видеть апракритавасту, то, что трансцендентно. Когда Расалила происходит, там вайрагья достигает своего пика, потому что Господь являет свое могущество в полной степени из-за колоссальной привязанности. То есть когда Кришна совершает эту игру, нет... То есть Бхагаван обладает полной вайрагией. В его случае это не так, как в нашем. То есть он настоящий вайрагия. Для того, чтобы понять полную форму вайраги, то есть, наверное, он не испытывает никаких чувственных реакций от общения с гопи. То, что обычно мы можем наблюдать в материальных отношениях, когда герой и героиня встречаются в Кришне, все под контролем. То есть это несравнимо с играми Кришны. Материальные взаимоотношения мужчин и женщин несравнимы с тем, что является Кришна во время танца расы. В Гопи-гите поется. Он высочайший Суратанат, тот, кто является искусным любовником. Кришна Видагда Мадав, Лалит Мадав. Что означают эти имена? Это настоящее искусство, и оно, им обладает Кришна в полной степени. Он и только он. То есть он может встретиться с миллиардами гопи. То есть никому это недоступно в материальном мире. Он делает это искуснейшим образом, виртуозным образом. Кришна знает, когда и что делать, то есть как достичь высочайшего удовольствия. Он самоудовлетворен. Он атмарам. Тем не менее, он совершает эти игры. Не забывайте о его положении. Он полностью под контролем совершает эти игры. Сейчас мы хотим перейти, то есть обсудим значение слова «раман». Обычно в материальном мире это слово имеет плохое, то есть какое-то грязное значение, плохое значение, негативное, то есть указывая на наслажденческое настроение. Но Бхагаван причина всех причин хочет начать эту игру Рамана. Мы знаем, что в Падма Пуране говорится, Махапрабху говорит об этом. Таким образом, мы не можем заключить, что то, что является Кришна, материальная кама. Необходимо понять то, что говорит Махапрабху. Верховный Господь являет эти лилы. И мы не можем сравнить это с играми материалистов. Сказать, что это разница подобна раю и аду, будет недостаточно, чтобы показать разницу. Мы не можем сравнить материалистичных героев и героинь с самим Кришной. Потому что Кришна имеет возможность, имеет могущество танцевать с крорами гопи. Если мы будем пытаться сравнить, мы пойдем в ад. Тем не менее, в Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Госвами говорит, то есть мы не можем это сравнивать, но Кришнадас Госвами объясняет, что даже если мы попытаемся сравнить это с раем и адом, все равно это не даст представления должного. Потому что вы находитесь в наслажденческом настроении, которое ослепляет вас. Вы не можете понять, что надо делать, что не надо делать. У вас только такое... то есть это когда материалисты хотят наслаждаться, у них лишь одно на уме, как достигнуть удовольствия. Nirmal means stainless sun. Bhaskar means sun. Prem is stainless, but Kama is full of strain, you know. We can decry Kama. Prema is just opposite. Према противоположна Каме. Nirmal Bhaskar means. Когда мы видим солнечный свет, это нирмал. В нем он безупречен. То есть Кришна являет лишь чистую любовь. Во Вриндаване деревья, растения, птицы, животные, все они желают лишь полного удовлетворения Шри Кришны. Как это говорится в Гопи Гите, таково положение вещей во Вриндаване. Поэтому как же мы можем обвинять Господа в том, что Он обладает наслажденческим настроением? In different places, time to time, Sukhdev Goswami going to keep us warning, so that we cannot. Время от времени Шукадев Госвами напоминает нам о величии Господа, так чтобы у нас не появилось никаких недопониманий. С помощью Падма Пураны мы можем сделать аналитические выводы. По поводу слова Рамана. Это приводится в Падма Пуране. Слово Рам не указывает на Рам Лакши. То есть это не идет речь о Господе Раме, о Рамачандре. Тут это слово означает другое. Оно указывает на Парампара Акилеша Парабраман, Шри Кришна. То есть речь идет о Парабрамане. Йоги. Наслаждаются внутри своего сердца играми Господа. Йоги и риши получают счастье внутри своего, черпают счастье внутри себя. Слово Рама, Рамана применимо лишь к Парабрамане, Акилешвари Шри Кришне. Если мы применим это слово к каким-то грязным материальным играм, мы полностью уклонимся от истинного значения, которое закладывается в значение этой шлоки. Тут ясно сказано, что речь идет не о материальной каме. Если же мы подумаем так, мы полностью уклонимся от того, что хотят сказать нам Писания. Тут очень ясно сказано. Поэтому у нас нет никакой возможности недопонять, о чем идет речь. 100% правда, что йоги, что гопи совершают свои игры с Сачитананда Татвой. Как же мы можем применить думать, что тут речь идет о материальной каме? Настоящие таттвагьяни могут понять, что как говорит Шримад Махапрабху, кто бы не изучал санскритскую грамматику, то есть Махапрабху всегда указывал коренную причину того, о чем там говорится, указывая на Кришну, показывая, что везде заложен Кришна. Он хотел провозгласить, что без Кришны нет ничего. То есть во всех писаниях, коренная причина всех писаний — это Кришна. Поэтому мы не можем применить материальное грязное значение этого слова к этой шлоке, слова Рама. То есть йоги, самоудовлетворенные йоги, не могут совершать ничего, никаких материальных игр. И Кришна, несмотря на то, что он Атмарама, он совершает, вступает в эти, начинает совершение этих игр. Atmani Ramati iti Atmaram. So, whenever we are going to think about Bhagavan going to play Bhagavan Opitara 3, Bhagavan going to do Raman. Когда мы понимаем, что сам Бхагаван совершает это Рамана Лилу, мы застрахованы от того, чтобы неправильно, чтобы какие-то недопонимания возникли у нас в голове. Мы четко понимаем, что речь идет о трансцендентных играх. Множество подтверждений этому приведено в Писаниях, и с помощью их мы не можем сделать таких заключений, что у нас не может возникнуть таких мыслей в голове, что речь идет о чем-то грязном. С помощью Сиддханты мы можем легко доказать, что речь идет не о материальной каме. Но если же мы все-таки подумаем так, говоря, что в Веданте сказано следующее. То есть различные приводятся вещи в Писаниях. Множество сутр можно процитировать. Но в действительности слово «раман» может быть применимо лишь к Лиля Бхагавана, Сварупа Бхагавана Ананда, то есть он состоит из Ананды. И Сварупа Бхагавана Анандамая. Поэтому слово Бхагаван, слово Рама мы можем использовать только по отношению к нему. И Бхагаван совершенно естественным образом начинает свои игры, потому что бесконечные дживы ждут, когда они смогут вступить в игры с ним. Атмарамы также черпают свое удовольствие, но имеется в виду, они тоже наслаждаются, но их наслаждение трансцендентное, нематериальное. То есть все эти описания, приведенные в шастрах, все они применимы лишь к Кришне, но не к материальным вещам. С различных точек зрения, с различных углов, если вы будете смотреть повсюду, повсюду вы придете к Кришне. Вы поймете, что речь идет о Парампара Акилешваре, Бхагаване Шри Кришне, и ни о чем другом. Потому что, наверное, он причина всех причин, и потому что он, наверное, пребывает повсюду. Потому что все не зашло из Кришны, все есть Кришна. То есть в Атме, в Сварупе Господа присутствует Ананда. Мы, обусловленные души, нуждаемся во внешних вещах для того, чтобы наслаждаться. То есть нам нужна помощь извне, чтобы получить удовольствие. Когда наши органы чувств приходят в контакт с объектом наслаждения, мы испытываем наслаждение. Это не применимо к йоге, к йогам, потому что они черпают свое удовольствие от Верховного Господа. Куда бы. То есть обусловленная душа все время нуждается во внешних вещах для того, чтобы наслаждать свои чувства. Майя Деви открывает большие возможности. То есть в соответствии со своими самскарами кто-то испытывает влечение к женщинам, кто-то к тому, чтобы вкусно есть. Много-много уловок майи существует в этом мире. Кому-то нравится слушать материальную музыку, песни. Майя Деви открывает широкий рынок, огромный рынок удовольствий. И обусловленные души в соответствии со своими желаниями отправляются на этот рынок и могут наслаждаться тем, что хотят, тем, чем хотят. Но чистые преданные не идут по этому пути. Они понимают, что все, что пребывает в этом материальном мире, все это для Кришна Баджана, или все это части Кришна Лилы. Все это атрибуты для служения Шри Гуру. Лагу Даршан — это наслаждение, ностальгическое настроение. Гуру Даршан — это когда мы видим все как атрибуты для служения Шри Гуру. То есть все это для Гуру Севы. Когда мы установимся в Гуру Даршане, куда бы мы ни посмотрели, мы будем видеть все в положительном ключе, все в отношении с Шри Гуру. По милости Нитянанды, Гуру и Вайшнавов, куда бы мы ни посмотрели, всюду мы будем видеть лишь трансцендентное счастье. Ничего негативного мы не увидим. Это произойдет тогда, когда мы будем по-настоящему служить Наму, то есть совершать нам севу. И любая философия. То есть необходимо прибегнуть к помощи Харинама, чтобы, наверное, понимать Харикатху должным образом. Когда? То есть Бхагаван Шри Кришна Атмарам. То есть он Сварупа Ананда. Его Сварупа — это Ананда. Я могу привести пример этому. Как олень бежит на прекрасный запах кастури. Олень не может понять, он как сумасшедший несется на этот запах, чтобы достигнуть источник запаха. Но в действительности запах этот исходит из пупа оленя. Почему бежит олень? То есть он не понимает, что это от него исходит этот запах, и он пытается достигнуть источник этого запаха. И подобное сумасшествие Бхагаван являет. Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне: То есть мы черпаем наслаждение от того, то есть когда мы ожидаем, то есть когда наши органы чувств приходят в контакт с объектами нашего наслаждения, мы получаем удовольствие. Нет объектов наслаждения, нет наслаждения. Но обычно материалисты не задумываются, почему мы черпаем удовольствие, то есть какова изначальная причина удовольствия, и почему джива вообще хочет наслаждаться, какова причина этого желания. Это естественно, джива хочет наслаждаться, потому что она происходит от Верховного Господа. Верховный Господь — это Ананда Мой. И потому что они, дживы не сходят от Господа, происходит от Господа, они тоже хотят наслаждаться. Бхагаван никогда не хочет давать нам материальные наслаждения. В Бхагавад Гите он говорит, что я могу поделать? Я никогда не говорил дживам наслаждаться этим, подобно как осел. Его хозяин дает ему свежую, хорошую воду. Или лошадь. То есть, если им хозяин дает свежую воду, они не могут пить чистую воду. Они вначале пачкают, а потом пьют. Вам смешно? Вы можете сами проверить. Они так могут пить только грязную воду. Они не могут пить чистую воду. Дашь им чистую воду, они должны ее испачкать. Потом попьют. Или для слона какую-нибудь постель. Если слон принимает омовение, он только помывшись, выходит на берег и обсыпает себя пылью, песком. Пылью. Это его украшение такое, косметическое. И мы задаемся вопросом, зачем они это делают? Зачем? Хорошо, вот слон помылся в прекрасном пруду, чистой водичкой, а затем выходит и весь снова пачкается. Весь пылью обсыпает себя. Для чего это? Можете ответить, зачем? Какова причина? Вообще она существует? Или почему осел и лошадь пьют только грязную воду? Кто виноват? Разве это хозяин виноват? Он дает им чистую воду. И точно так же Бхагаван хочет дать нам чистое наслаждение. Но мы никогда не были на Голока Дхаме, соответственно, мы не можем понять. Бесконечной своей жизни, бесконечное количество раз вы оставляли свои тела и рождались вновь. И за все это время вы не могли понять, что что чистые удовольствия доступны лишь Сашри Гуру и Вайшнавами. Вы никогда не слушали. То есть вы не получили опыт этого чистой харикатхи. То есть в предыдущей своей жизни вы также наслаждались, потому что кто хочет жить без наслаждений? Но Бхагаван никогда не хочет давать вам грязные наслаждения. Это ваша собственная ошибка. Ваша вина, что вы наслаждаетесь грязными вещами. Те, кто по-настоящему разумные, никогда не бегут за чувственными наслаждениями, потому что они забросят вас в океан страданий очень-очень быстро. Как девиз этого материального мира: наслаждайся. Но как долго вы можете наслаждаться? Длительность ваших наслаждений коротка, и сколько вам придется заплатить за это, и что вы получите от этого процесса? Вы должны все это понять. Если вы будете бежать как слепец, если вы будете как слепой человек пытаться понять раса лилу, вы умрете. То есть для чего слон пачкается после омовения? Это бессмысленно. И таким образом Бхагаван также не хочет давать нам грязные наслаждения. Это наша, еще раз, наша вина. Наша ошибка. Изначально Ананда пребывает в сварупе атмы. Соответственно, естественно, для дживатмы проявлять ее в отраженном состоянии, то есть в грязном, потому что джива лишена знания, она не понимает, откуда она произошла. Соответственно, это желание наслаждаться проявляется как нечто грязное. Из-за того, что она никогда не приходила в соприкосновение с вайшнавами, с саду, они выставляют эту формулу, выдвигают эту формулу «наслаждайся». Мы также следуем этой формуле, этому девизу. То есть наслаждайся. Но в таком случае разве мы можем понять саду? Бхагаван говорит в Гите: в прошлом, настоящем и будущем, то есть, наверное, эти наслаждения очень короткие, недолговечные. Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите: «Я не ответственен за то, что делают дживы. Я никогда не говорил им прыгать в огонь, чтобы получить материальное наслаждение. Кто говорил им это делать? Кто ответственен за их дела?» То есть чувственные наслаждения очень коротки, а результат их страшен. Он забросит нас в океан страданий. То есть сами себя дживы забрасывают в океан страданий. Наслаждения в этом материальном мире очень короткие, от начала до конца. То есть все наслаждения, которые доступны в материальном мире, имеют начало и конец. Но сварупананда, то есть когда вы, наслаждения во Вриндаване вечны, там нет ни начала, ни конца наслаждениям. И те, кто по-настоящему разумные, не бегают за чувственными наслаждениями. Будьте осторожны. Почему Бхагаван совершает расалилу? Все, что мы знаем, это материальные наслаждения, поэтому как мы можем постичь трансцендентную игру Бхагавана? Почему при помощи материальных органов чувств мы испытываем какое-то удовольствие? Потому что мы исходим от Кришны, он Сварупананда. То есть те же качества присущи дживе, присущи нам. Мы хотим... То есть необходимо обратиться к источнику. В шастрах говорится: Анандамая Хари, Бхагаван, мы должны служить Ему, слушая Харикатху и так далее, различными путями служить Бхагавану. В таком случае Харикатха и Хари не отличны. So we cannot understand what is this Maharaj. We have to practice this Anandamaya. Anandamaya Abhyasa. What does it mean? Что означает эта шлока? Все прасадам, харикатха и так далее не отлично от Кришны. Поэтому это слово. Наши органы чувств могут требовать каких-то уродливых наслаждений, но мы должны дать им должный прасад. Харикатха прасад, маха прасад, также прасад, парикрам прасад, харинам прасадам. То есть необходимо практиковать этот процесс анандамой. То есть имеется в виду, что все, что не отлично от Бхагавана, мы должны практиковать. Если мы будем следовать этому процессу без лицемерия, не сегодня, так завтра, 100% мы обретем возможность встретиться с Верховным Господом, служить Ему. Это 100% правда, не какая-то болтовня. 100%. So this way, actually, so Jiv Anuchaitanna, I already told, if Jiv is Anuchaitanna, Chetan Bhakti if there. Если джива является анучайтанья, она обладает правом выбора, правом желания. Если бы все дживы были одинаковы, то это был бы какой-то массовый продукт, как сказать. Кришна полон разнообразия, бесконечного разнообразия. Тем не менее, он является адвая гьяна татвой, неделимой истиной. Все дживатмы исходят из чит шакти. Откуда не исходит чит шакти? От Кришны, но не напрямую. Таким образом, когда существует бесконечное разнообразие в Господе, соответственно, и в дживе мы также можем ожидать, что они присутствуют, это разнообразие. Почему кто-то любит Кришну по одной любовью, другой, то есть имеется в виду в одном настроении, другой в другом настроении? Почему? Зачем Кришна создал пальму, когда мог бы просто все деревья сделать манговыми деревьями? То есть Кришна создает так, что существует ватсаля бхакты, мадхурия бхакты, шанта, те, кто в шанта расе. То есть сказано, Махапрабху сказал, что все расы, итак, Четан Васту обладает особенностями, разнообразием, желанием, силой желания, то есть оно может обладать желаниями. Их конституциональное положение невероятно мало. Они бессильны, но Кришна Ачьюта. И вы можете поместить Кришну в любую ситуацию. Можете поместить его среди крор-гопи. Не забывайте о том, что имя Кришны Ачьюта. Не забывайте об этом. Он никогда не будет смещен со своего положения. Так же, как в материальном мире, чистые гуру и вайшнавы никогда не потеряют своего положения. Но когда обусловленные души занимают положение гуру, они могут легко пасть. Те, кто обладает опытом, могут немедленно определить, наверное, кто из саду, кто нет. И только те, кто не обладает опытом, могут быть обманутыми. То есть даже несмотря на то, что такие самозванцы совершают внешнюю деятельность, проводя то есть таттва-гьяни могут легко понять, кто, когда падшая душа занимает пост ачарьи. Чистый преданный никогда не будет жаловаться, что делать в той или иной ситуации. То есть грязное примирение, то есть имеется в виду, что отступление от истины неприменимо, не может быть оправдано. Те, кто хотят стать преданными, должны понять все эти моменты. Тогда никто не сможет их обмануть. Деяния обусловленных душ полностью отличны от того, что делают сиддха-маханты. Внешне обусловленные души могут... То есть обусловленные души могут критиковать чистых вайшнавов за то, что якобы у них много высокомерия и так далее. Они могут говорить все, что угодно. Целый мир может критиковать Кришну, но какое дело Кришне до этого? Это очень важный момент. Деяния ачарьев, чистого ачарьи и деяния непреданных, деяния материалистов и деяния полупреданных полностью отличное. То есть мы не понимаем, как выражать почтение вайшнавам. Мы думаем, что то есть определенные ачарьи позволяют лишь своим последователям слушать только свою харикатху. Наверное, они запрещают им слушать харикатху представителей нашей гуру Варги. Я же говорю, что вы должны читать, слушать харикатху Шрила Бхакти-Сиддханта Госвами Махараджа, Шрила Кешава Госвами Махараджа. Но я не позволю делать то, что не в соответствии с шастрами, наверное. Итак, Кришна Ачьюта. И обусловленные души всегда могут, в любой момент могут пасть со своего положения. Есть множество причин, множество примеров этому, когда проповедники отправляются в западные страны и там падают со своего положения. Потому что они не накопили должного количества чит-бхавы, чит-балы. Чистые преданные всегда устраивают защиту, наверное, себя, имеется в виду, обезопасивают свое положение, постоянно находясь среди преданных, так что все преданные в курсе их деяний, и это своего рода защита. Защита очень важная вещь. Те, кто слушает о Расалиле без защиты, почти все они падут. Они не смогут понять должным образом ее, потому что они не Ачьюта. Если Бхагаван будет помещен среди миллиардов гопи, он Ачьюта, то есть он не падет. Но это неприменимо к обусловленным душам. Аджамил был очень хорошим человеком, у него не было плохих качеств и так далее, он был из высокочтимой семьи, но не было у него разума, наверное, чтобы создать вокруг себя должную защиту. Он не смог защитить самого себя, и поэтому он пал. Если бы была защита вокруг него, то он бы увидел всю грязь происходящего. То есть, когда мы получаем эту чит-балу от гуру вайшнавов, эту защиту, мы не падем, никто не заставит нас пасть. То есть мы всегда должны помнить о том, что Кришна необычный человек. Пытайтесь все время обладать таким мышлением, что «О, вот раса лила, она необычайно высока», а материалисты говорят разную ерунду. Махапрабху, то, что принес нам Махапрабху, за пределами нашего понимания. То есть это невероятно высоко. Кришна не зашел сюда, чтобы даровать нам эту крипу, эту милость. А мы настолько неудачливы, что критикуем ее. Это наша грязная природа. Когда она покинет нас, мы сможем следовать, когда мы сможем следовать чистым гуру и вайшнавов, достигнем их уровня, тогда мы осознаем, что эта раса лила абсолютно чиста.